тапки белые пора покупать, а вы все комбинашки перебираете. Хоть один раз в жизни женщина должна сойти с ума. Тайком мчаться на свидание, терять голову, каждый раз умирать при виде любимого человека. Что-то я не помню, что ты мчалась ко мне, умирала. Просто я тебя женил на себе в два счета, вот ты все. Учись, Танька, вот так надо завоевывать счастье. Да, большое счастье. Сервис импортный, не дешевый. На кудры! Свистать-то не разучились еще! Тебе семья, муж хороший. А что в нем хорошего, зарплата? Дай Боже, его в два раза получает. Какой в нем толк? Никакого ни днем, ни ночью. Наталья Назарова была ошеломительно популярна в 1970-х годах, а потом ее карьера в одночасье оборвалась. В молодости она, будучи бойкой выпускницей МХАТа, даже не сомневалась, что у нее большое будущее. Актриса родилась 28 июня 1949 года в Алма-Ате. Ее отцом был офицер Иван Андреевич Назаров, а матерью – бухгалтер Лидия Викторовна. С детства родители побуждали в дочери стремление стать актрисой, так что когда она после школы решила покорять столицу, не протестовали. Помогли собрать сумки с вещами, продуктами на первое время, дали денег. В Москве перед юной Наташей стояла сложная задача поступить в МХАТ, и она выдержала огромный конкурс. Еще во время студенчества талантливую актрису замечали режиссеры, а как только на руках оказался диплом, а это случилось в 1972 году, имя Назаровой стало появляться на афише. Ей блистательно удавались эпизодические роли, королевы эпизодов, и ведь ее вторые роли порой затмевали главных героинь фильмов. Помните «Нечистую на руку», «Жертву ограбления» в детективе «Лекарство против страха». А вы моих денег не считайте. Я по закону живу, не нарушаю. Или бойкую на язык, но несчастную в любви продавщицу Томочку из фильма «Молодая жена». Тапки белые пора покупать, а вы все комбинашки перебираете. Таких примеров можно привести много. Но, пожалуй, ее самая запоминающаяся роль была сыграна в картине «Любимая женщина» механика Гаврилова. Фильмография актрисы включает десятки кино- и театральных ролей. «Любить человека», «Воскресенье», «Половина седьмого», «Куколка», «Мисс Миллионерша», «Трудно первые 100 лет», «Раба любви», «Сентиментальный роман», «Позови меня вдаль светлую», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Почти смешная история», «Лекарство против страха», «Молодая жена», «Сибириада», «По данным уголовного розыска» и многие другие. В 70-х и 80-х она не сходила с экранов, а в 90-х резко пропала. Ее карьера оборвалась на пике славы из-за трагичного события, которое разделило жизнь на до и после. К тому моменту Назарова уже успела реализоваться в профессии, а вот личная жизнь, как у ее продавщицы Томочки, не ладилась. Она была замужем один раз, 19 лет связала судьбу с театроведом Вячеславом Абросовым. Но интересы и взгляды на жизнь у пары оказались слишком разные. «Я очень ошибалась в жизни, семью я хотела, а детей нет, потому что все мое время забирал театр», – спустя много лет признавалась актриса. После была череда мимолетных романов и отдушина «Любимая профессия». Но о детях Наталья Назарова все-таки вспоминала. Чем становилась старше, чем чаще говорила, что нужно было родить. А потом пришел 1989 год. В переулке рядом с домом на Наталью Назарову напал мужчина. Ударил по голове и сбежал. Тяжелейшая черепно-мозговая травма заставила ее на год забыть о работе. Из-за удара развилась шизофрения. А это был прямой путь к увольнению. Это понимали все, и как только она вышла с больничного, ее ждал приказ. В МХТ имени Чехова не стали держать душевнобольную актрису. Кино тоже ее больше не звали. «Моя карьера закончилась очень страшно. Из театра просто выжили. Приходили, обувь резали, мои итальянские сапоги, которые я привезла. Их порезали. Часы мама мне дала, чтобы я не опаздывала. Их разобрали, залезли в сумку. Перестали давать звонки на сцену. Надо выходить, а звонка не дали. Когда я не пришла, меня на следующий день отчислили. Это была драма для меня и особенно для мамы. Мы с мамой голодали, у нас не было денег. Чтобы не умереть, мы ели дешевые свиные обрезки», – вспоминала актриса. «Теперь я вам покажу. Это неоконченная пьеса для механического пианино. Тут Александр Александрович Калягин».
Раньше ей даже приходилось петь на рынке, чтобы ей дали еды. Актриса осталась без работы и едва могла прокормить себя и родительницу. Ее звезда закатилась так же быстро, как когда-то загорелась на кинонебосводе. Наталья Назарова жила со старенькой мамой в однокомнатной квартире. Выживали на ее пенсию и мамину зарплату. Сказать, что приходилось трудно, не сказать ничего. Сама актриса спустя много лет, вспоминая о тех временах, призналась, что схватила много горя. Боролись с горем в одиночку, делилась Наталья Назарова. Когда родительница актрисы умерла, она осталась совсем одна, ни родни, ни друзей. Наталья стала затворницей, иной раз просила милостыню, чтобы было на что купить еду. Жила воспоминаниями о прошлом, тех временах, когда она была востребована и популярна. Когда шкафы были забиты нарядами, а денег хватало на что угодно. Незадолго до смерти актрису отыскал Андрей Малахов. Он нагрянул к ней в гости, показал, как живет та, кем когда-то восхищался Никита Михалков, кого сравнивали с Фаиной Раневской. Ее скромная однокомнатная квартира давно не знала ремонта, кухонный стол был завален вещами. «Я ем на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Когда у меня дома много вещей, чувствую себя королевой», – делилась Наталья Назарова. 17 марта 2022 года Натальи Назаровой не стало, ей было 72 года. Она доживала свой век в однушке на окраине Москвы в полном забвении и одиночестве. Тело Натальи Назаровой 2 недели пролежало в ее крошечной квартире. Звезда советского экрана вела затворнический образ жизни, из дома почти не выходила. Соседи забили тревогу, когда по подъезду стал распространяться жуткий запах. Вызывали сотрудников ЖЭКа, вскрыли. «Она в ванной, уже с признаками разложения», – поведала соседка. 72-летняя актриса могла упасть, удариться головой, в итоге не смогла встать и мучительно долго уходила из жизни. Помощи ей ждать было неоткуда. Последний путь Назарову проводили только племянница и подруга. Кремировали ее в Туле, так дешевле, похоронили в одной могиле с матерью на Домодедовском кладбище. Как жалко, что такие талантливые актрисы уходят из жизни в забвении и полном одиночестве. Это страшно.